В мае 1914 года работники барнаульского склада обнаружили пропажу игрушек. Ворами оказались местные мальчишки. Один из них был задержан полицией. Сумма кражи – 80 рублей. 24 мая 1937 года родился Владимир Евстигнеев, профессор, заслуженный деятель науки России. В 1987 году он был избран ректором Алтайского технического университета. В ВУЗе организовал кафедру «Экспериментальная физика», лабораторию «Термосинтез». Изучал влияние ядерных взрывов Семипалатинского полигона на жителей региона. 24 мая 1973 года был образован Алтайский государственный университет. В тот год начали работать деканаты историко-филологического юридического факультетов. Конкурс был большой – 7 человек на место.